Итак, народ, всем привет! Сегодня у нас такая вот небольшая темка про клановую броню, и мы сегодня, короче, будем это все обговаривать. Клановая броня, что она из себя представляет? Она представляет из себя охрененный бронежилет, точнее, блядь, бронежилет. Короче, клановая броня, она представляет из себя, то бишь, вот если у меня есть, да, вот эта вот броня, допустим, да, она из камуфляжа, да, вот если посмотреть, показать информацию в 3D, то есть на ней присутствует камуфляж. Для клана будет, ну точнее не будет, я не знаю, будут делать, не будут. Короче, идея такая, чтобы сделать клановую броню, вот, и чтобы она была охрененная. То бишь я сейчас это покажу. Вот, сейчас я это все покажу, как это должно быть. Если, конечно, у них получится это сделать. Но это не сложно. Я вот реально скажу, что это у них уже есть, поэтому внедрите новую вот эту вот систему. Не составит особого проблемы. Вот. То есть, короче, смотри. Когда мы приходим к оружейнику, то бишь, который красит, да, у него внизу будет такой пункт для основателей и для главы клана. Будет такой пункт, как клановая броня. Когда он туда заходит, получается правая вот сторона, да, называется кастомизация, предмет, вот. И тут обзор чисто. Ты берешь обзор, вставляешь туда текстурку бесшовную размером там 2К, допустим, либо 1К, ну лучше 2К, короче. Для тех, кто умеет делать, эта функция как бы, ну, вам же и в плюс, если вы умеете фотошопить, да, если вы можете сделать охеренный камуфляж, желательно, чтобы он был бесшовным, потому что, чтобы никаких стыков косячных не было, потому что это камуфляж, должен быть все четко выглядит, блин, ты ж клановый, ё-моё, ты ж должен ходить как крутой, блин, вот, но не суть, поехали дальше, короче, нажимаем кнопочку обзор, выбираем эту картинку, которая будет 2К, потом Unreal, короче, нам движок вот это все дело покажет, как будет, ну, просмотр камуфляжей, правильно? Вот. Он будет нажать кнопку «Примерить», да, и типа она будет примеряться вот такая вот. И примерно, да, как она будет. Она, конечно, еще можно поднастроить, посмотреть, то есть примерять. Если там типа текстурка слишком темная, ты в Photoshop ее как-то отредактируешь и так далее. Вот. Потом, когда у тебя все окей, да, ты примерил, ты нажал кнопку «Согласовать». То есть, чтобы эта картинка ушла разрабам. У разрабов будет своя, ну, у них там админ-панель же, хер ли что, они заходят, короче, смотрят, например, у них будет такая табличка, типа, клановая броня, типа, и там написано «Несогласованные» и «Согласованные». То есть, «Несогласованные» нажимают, просто смотрят камуфляж, как он будет, ну, примеряться на броню, типа, норм, не норм, там, типа, если согласовано, типа, они нажимают, типа, применить, то есть согласовано, да, и, короче, когда они согласуют, всем, короче, этим, как им, блин, я не знаю, как это, конечно, автоматизировать, типа, списывается либо сразу. То есть, вот как глава, кто это все организовывал, кто обзор проводил, кто клановую броню хотел сделать, да, то есть, типа, сами заместители могут, либо только главе это, короче, сделать. Если только главе, то у главы должна быть наличие вот эта валюта, да, донатная. Я не знаю, за сколько это, если паспорт там за косарь, клановая, ёптую броня, я не знаю, тоже за косарь, наверное, может быть, либо больше, смотрите сами, вот. Но суть в том, чтобы это, если согласовалось, применилось, да, на почту главе клана приходит сообщение, типа, ваша покраска клановая, ну, типа, согласована, все окей, можете красить, короче. И с него с баланса списывается этот счет, типа, там, говорится, вас списали, типа, все окей, все прошло успешно. И далее, когда у нас уже это все есть, он просто заходит, даже у всех заместителей теперь доступно будет, чтобы как бы упростить это все, да, клану, то бишь, чтобы не один глава ебался там с этими, короче, с камуфляжами, потому что ее нужно крафтить. Вот крафтить, вот, пожалуйста, только без крепких камуфляжей, потому что рыбалка это пиздец. Конечно, если, да, ты потратил деньги, ты там, короче, заморочился,
И клановая броня, она еще и крафтится из рыбы, там что-то по 10 штук, там вот эти вот компоненты, как крепкий камуфляж, который, ну, рыбачить можно, да, согласен, там, ну, клан, если он заморочился, там, ну, за неделю можно всех одеть, это как бы не вопрос, это тоже смотрите сами, но будет вот такой выбор, как в левой части экрана теперь же, то бишь, он выбирает там не крепкие, не там огни, пламя, все, а просто выбирает клановая, то есть она чисто одна. Я не знаю, можно, конечно, еще сделать и вторую, там, типа, для шлемов отдельно что-то там, да, вот. Но вот пока что пример с одной броней, то бишь, да, там шлем все под один окрас, короче, сделать, вот, чтобы индивидуальную окраску применять. Ну, это смотря как нафотошопишь. Вот. И он уже, короче, смотри, берет баллончик, да, допустим, клановая, ну, баллончик покупает, выбирает клановое, выбирает, у него будет компоненты, которые для этого нужны. Конечно, будет там, может быть, цена побольше, я не знаю, ну, крепкий камуфляж там за 1500 жетонов тоже есть. Вот, ну там до хрена компонентов, конечно, можно заморочиться, но можно сделать. Вот. И будет клановый, просто примерить, хоп, к какому-нибудь, и все, она будет, она должна быть, знаете, какой, бесшовной текстурой, как камуфляжа, потому что шоп шла на все вообще бронежилеты, чтобы все ложилось четко, как огонь. То есть вот там пламя есть, которые ложатся даже вот поверх кармашках, потому что некоторые камуфляжи, они как-то ложатся вот на конфедератовских, короче, шмотках, да, они ложатся неправильно, из-за этого возникает косяк, я не знаю. Ну, короче, как-то так, вот я уберу, да, смотри, если я сейчас, допустим, сделаю покраску, так, где там у него? Ну, допустим, не, это неплохой пример. Вот, покрасить пример. Так, пламя. Вот этот вроде норм ложится. На каких-то начальных бронежилетах это все криво ложится, из-за этого возникает вообще косяки. Вот, как-то так. То есть она уникальная, она идет во все везде, где можно, да, то есть кроме вот этих вот мест, кроме значка, и все должно ложиться так же четко. И примерять тоже можно четко. Вот, и все как бы. И вот здесь вот будет у него, то есть клановая раскраска будет написана. Я хочу покрасить там, или я вот хочу покрасить, и второй, ну, выходит еще диалоговое окно, и там будет написано. А просто покрасить или применить клановую, типа вот так вот должно быть. Как-то так получается, вот. Так что если вам эта инфа вообще зашла, то есть как прикольно, да, то есть вот это вот, как бы поддержите лайкосом, комментарием, там сами смотрите, что делаете, но блин, это просто охеренная была бы тема, когда можно все это согласовывать, можно поддерживать проекты, плюс идет развитие клана. То бишь разовая покупка. Если типа вы уже все относили, да, потом хопа, вторую покраску там типа приобрести. И у тебя будет покраска, допустим, смотри, применять, да, дополнительно. То есть клановая 1, там клановая 2. То бишь можно еще дополнительно номера. То есть не одну покраску делать, а несколько. Если все это согласовывается, и просто одна картинка, одна оплата. Вот. Все. И когда накидают свои клановые, то есть уникальные картинки, то и берут. Вот. Как-то так. То есть несколько цветов можно, но это уже в прогрессии, если там зайдет людям. Потому что для поддержания проекта, я думаю, это годная тема, потому что это как плюс разработчикам, так и плюс игрокам, которые в кланах. Потому что кланов все больше и больше, 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 людей все больше. Поэтому как-то внести вот такую вот охрененную форму, потому что из того, что есть, там собрать очень сложно, вообще просто. Там цветов мало, раскраски похожи друг на друга, сдали ни хрена не видно, короче, вот такая вот фигня бывает. Вот. А вот такие вот жесткие, конечно, да, они там будут супер черные, там, я не знаю, в цвет песка, там, я не знаю, ну, блин, типа ПВПшники маскируются там на каньоне в цвет текстур, блин, там. Ну, можно, конечно, ну, согласуют, согласуют, не согласуют, типа норм. Не знаю, типа переделывайте. Вот и все. Вот такая вот тема охрененная. Думаю, вам понравится. Я старался, фотошопил это все дело. Как бы, как это должно выглядеть. И вот как я это вижу. То есть это охренеть просто.
Если бы было, бля, вообще шикарно. Я бы... Если что, вам надо нарисовать, кстати, я вам нарисую, обращайтесь ко мне, там, в ЛС, в Дискорд, там. Да хоть где, короче, мне пишите, если меня найдете. Я в фотошопе прям норм. Ну, почти норм. Я не художник, да, но я обрабатываю фотки, если что. Вот, поэтому сделать какой-то камуфляж не составит вроде как проблем. Ну, главное, что вы хотите там. Вот, смотрите сами, короче. Там подписывайтесь, не подписывайтесь, это ж ваше дело, короче. Ладненько, я пошел дальше. Работаем. Клановая форма. Всем пока.